форме ПВЯ, парадной форме навсегда покинул строй. И чуть не слезы по лицу сегодня к матери отцу. Солдат уходит домой. Я слать не буду телеграм. И в кассе воинской мне выдадут билет. Зайду, скажу лишь здравствуй, мам. Отец на Ленин по 100 грамм. Ведь не прошло и 2 лет. И вот стою я на плацу. В парадной форме и гляжу в глаза ребят, и в них себя не узнаю, и понимаю, что в строю, как будто умер солдат. Рота, подъем, будет сниться страшным сном. Рота, отбой, за окошком день. Здоров. Здесь можно с дозорной тропы свернуть, прилечь и немного отдохнуть. За это у нас 2 года здесь бага дают. Достало ружье, и ты не зевай, бери автомат и выбегай. Спокойная жизнь на границе нам не дана. Надеемся только на руки свои, на автомат и сапоги, и молимся, чтобы собака не подвела. Кто здесь не бывал, тот не рисковал, тот помнит, до сорок не стирал, тому не понять, что такое ночью ружье. И как и не живи, и как не стремись, ему не понять, что такое жизнь, ему не понять, что такое погранвойска. Застал ружье, и ты не зевай, бери автомат и выбегай. Спокойная жизнь на границе нам не дана. Надеемся только на руки свои, на автомат и сапоги, и молимся, чтобы собака не подвела. Мы едем домой, мы едем назад, от воспоминаний колени дрожат. Блестят и теснятся значки на солдатской груди. И вот у порога ты робок и нем, стоишь и ничуть не завидуешь им, тому, у кого 2 года еще впереди. Застава ружье, и ты не зевай, бери автомат и выбегай спокойно.